Алёшенька! Дружочек! Всем привет, ребята! Алексей приехал покататься. Но Алексей забыл привезти бензина. И сейчас мы с ним на его прекрасном этом Duster, как называется? Бляха. На его музыкальный шкаф. Глянь тебе на, кто-то вымазал. Жене можно. Опа. Всем привет. Здорово, бра. Ты в маске? Ну, вроде. Я с тобой. Да куда ты по ямам-то? По ямам-то? Гляньте, хуярит под моей деревне, блядь, эти кашкалдаки, блядь, вот эти вот, семирёберные. Да. С Алексеем мы едем на заправку. Ограничение скорости 60 км. Сейчас будем покупать бензин. Я взял денег. Много денег взял. Вот здесь вот у меня сотни и тысячи рублей. Заезжаем на заправку. Сегодня оператором на заправке Серега работает. У него этот, как его? А что, туда нельзя было подъехать? Можно было, но проще будет выезжать. Назад пешком пойду. Блять, это я думаю, что у меня под жопой, блять, а? Я на крючах сидел. Да. Сука, кульба. Считай. Заправил, Лёх? Да. Убери ключи с моей, блять. Ну, я же у меня жопа не железная. На крючах-то сидит. Ну, что ты, Алексей? Надо, обработаем ручки. Не надо мне ручки. Давай. Ну, я дома обработаю. Это дом. Еще тут я все ручки не обрабатываю. Если ты видел, где я работаю, меня вообще не обрабатывать надо, а сжечь нахер на костре. Это не поможет. И не помогло бы, да. Бля, у тебя машина. Да куда ты гонишь-то? Ой, бля, 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 57, 60! 60 км в час. Ну куда ты, камера? Ага, попал. Машина крутая, тут кнопочки, рэпчик. Все меленькая. Лышечка вся делает. О, да куда ты, да машина же. Кто-то есть тихо, они несутся по сотке. Да, ты бы им отомстил, бы сейчас поставил. Глянь, ты поймал, да? Да, на 32500. Че? 32500 стрел. 32500? Тысячи. Да. А, стоит стекло? Да. С подогревом оно тише. А, у тебя стекло с подогревом, я вижу. С датчиками дождя светит. Да датчики-то переклеится. Гелем наполнен. Лео, у тебя регистратор. Ёпки, блядь. Ну не спеши ты, не. Ну ставь, блядь. Ну все, ты приехал. Что ты за человек? Грязь лип. Что ты слушаешь, Жадям? Кипелов. Кипелов, прикипелов, блядь. Леха любит Бульку. То есть Булька любит Леху. У них взаимо. Уйдё, какие вы. Тут Нюшка бегает, тут все. Буля. А он всегда, когда камеру подводишь, он лучше позирует. Позируй, давай. Давай, Буля, камера, скорее. Буля. Ой, ты кроссовец. Блять, вы идиоты, сука. А что ты снял шапку, шлем? Жарко, пока ждал тебя. А что меня ждать? Надо же мотоциклы заправлять. Заряжать аккумуляторы, Алексей. Все заправлено, все заряжено. Только осталось постановить. В общем, Алексей говорит, что все заправлено и заряжено. Так. Главное, что он уже готов. А. Нюш. Скс. Всем привет. От старых щеблет. Я штаны мерю, ребят. Вы не знаете, кто это? Не знают. Откуда не могут знать? Смотрите.
Как? Что здесь происходит? Нет, это, покажи, как старый байкер одевается. Нюша. Анюш. Блядь, не то. Вот этому свитеру, знаете, сколько лет? Мне было 23 года, я работал в Лужниках. Ну, мы там свитерами этими торговали. Вот до сих пор этот свитер у меня. Покажи, как ширинку правильно. Многие не знают, ходят с расстегнутым. Вот. Так. Теперь вот здесь ремешочек. Такой. Это штаны Поло. Фирменные Поло. С защитой коленок. Со всем этим протектором грязи. И всего остального. Оп. Оп. Кстати, сегодня всем с первым днем зимы. Сегодня первый день зимы, ребят. Одевайтесь теплее, чтобы не отморозить свои причиндалы. Новогодние игрушки. Тише, тише, Леша, тише, тише. Алешенька, куда тебя понесло? Покажи, как дядя Володя ножки свои в сапоги сует. В теплые. Вот они, сапожки, нагрелись. Ножки свои старые. Хуяк туда. Сейчас вот так вот. Ой, сегодня продубас у нас с Алексеем будет. Мы поедем, блядь, по таежным тропам, блядь. По партизанским местам поедем. Там, где мусора навалили эти люди, хамуха. Поедем сейчас. Сейчас увидите, куда поедем. Возьмем вас с собой, ребят. Прям в камере в этой будете с нами ехать. Смотреть и улыбаться. Некоторые из вас напишут, как будто вместе со мной ехали где-то. Ты меня показываешь, ты мотоцикла этого. Ребят, рассказывал вам про горнолыжную куртку, про новую, которую купил. Но поеду в этой старой. Дело в том, что пацан мой отнял у меня куртку мою новую. Говорит, не гоже тебе, батя, ходить в новой куртке, ходи в старой. Поэтому я в старой поеду, в своей испытанной. Тоненькая, легенькая и теплая. А куда ты поедешь? Я поеду вот туда. На перевал? На перевал Дятлова. Посмотрите, фильм неплохой. Только вчера посмотрел. Перевал Дятлова? Я тоже недавно, буквально вчера. Ну да. Бля, кто топтался, блядь, по моей постели? Сука, ногами. Ну точно не я. Ну точно не это я, наверное. Так, у меня есть, ребята. Я вам скажу, что у меня есть. У меня есть охерительная вещь. Сейчас я вам покажу. Трусы бабушки. Бабушкины трусы. Вот они. Зеленые. От плесени. Сейчас я. Видели этот, про вот которого сзади пропеллер был? Ну не в жопе, а на спине. Карлос. Карл. Папа Карла. Вот. Помните, у него было привидение. Смотрите, это почти то же самое. Вот так. Сейчас. Сейчас, ребята. Алексей, я что заплатил? Покажи уши. Как Шрек. Это вам не ху. Короче, фильм будет называться Шрек. На карамельку сосать. Мы аккумулятор заряжаем. Взяли с собой прикуриватель на всякий случай. Как-то мы с Денисом раз так вот отелились, еле доехали. В общем, все, едем. Выключай нахер. Всем здравствуйте, это Алексей. Смотрите, это печальный Шуфутинский. Знаете почему? Я Алёшку в очередной раз наигорил. Алёшке пришлось куда-то попасть. Алёшка, что случилось? Ничего, это залёт. Глядите, глядите, вот смотрите. Там и гнев, злость, печаль, досада. Желание отомстить. Я все вместе. Притопить хотел там. Притопить. Дайте пешком. Что ты будешь так держать?
Ну ты мне сюда эту хуйню подложил. Должен я вам все. Когда ж вы станете взрослыми, половозрелыми? Блять, на бабу залазит, не просит помочь. Я бы этого все не было. Ты что, завел в эту? Я не завел. Я тебе сказал, по грязи не поедем. Сказал ну, же. Ну и куда ты завел? Там такие, блядь, я пешком не могу. Выдерни брать вилку, и она станет, не упадет. Выдерни вилку вверх. Молодец, мальчик. Ой, Лех, надо бензин закрыть. Еще закрыть. Шлем лона сними. Гляньте, вот это. Ой, ай-ля! Алёха, Алёха! Все как всегда. Алёшка-то хотел быстро сбежать-то по холодку-то. Я говорю, Алёшка, ты на своём-то мотоцикле-то приедешь, приезжаешь-то, он весь на пионерине, весь блестит, как пилотка. Ведь самая, весь на силиконе. А ну-ка, Алёшенька, давай-ка, в карбюратор не надо лить. А, Алёша, в карбюратор не лей, ай-яй-яй будете. И этот воздухан лить не надо. Не надо, Алёшенька, воздух. Ты налил воздуханчик. Прям сегодня снимет воздуханчик, проверит-то. Не налил ли, Алёшенька, воздуханчик? Перед тем, как лить-то, надо было закрыть, наверное, тряпочкой воздуханчик, чтоб не лить туда-то. Ну, а домывай-то я потом буду им заниматься. Полезу воздуханчик-то, я знаю, что там сухо было. Не было воды.